И теперь о кадровых перестановках в региональной администрации. Глава региона Александр Цибульский в ходе расширенной планерки освободил от должности руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Подробности в следующем материале. Причина увольнения Валентины Саутиной – низкий уровень контроля за исполнением реализации мероприятий в рамках национальных проектов. Так, в ходе оперативного совещания Александр Цибульский озвучил претензию руководителю строительного блока из-за невыполненного поручения по формированию плана ведения работ на объектах строительства. Валентина Викторовна, я, наверное, месяц назад, если не в прошлом году, просил по каждому объекту представить план выполнение работ с количеством людей, чтобы мы ежедневно знали, где у нас идет отставание по всем объектам. При этом я системной работы в налаживании этой ситуации не вижу. Кроме того, что вы вместе с курирующим заместителем и департаментом мне все время рассказываете о том, что есть куча объективных обстоятельств, которые заставляют нарушать сроки. Я вам еще раз говорю, меня это не устраивает. Я хочу услышать, как департамент исправляет это не в рамках своей ежедневной деятельности, так же, как было год, два, три, пять назад, а в рамках того, что перед нами стоят стратегически важные задачи реализации национальных проектов, и каждый ваш объект является частью национальных проектов. В частности, речь шла о завершении строительства здания школы в микрорайоне Авиаторов. Сдать объект должны были еще в конце 2019-го. И, как выяснилось в ходе расширенной планерки, сроки перенеслись аж на июль текущего года. Когда будет школа номер 3 завершена, можно я узнать? Должна была быть завершена до конца декабря. Я так понимаю, вот мне бездумно Юрий Васильевич докладывал, что далеки еще от завершения. Даже без этапа, я не говорю, благоустройства внешнего. Когда закончится внутренняя работа на школе? Внутренние работы на школе закончены, кроме слаботочки и актового зала. На актовый зал у нас имеется все оборудование. Валентина Викторовна, я слышу, когда будет закончена работа. Мне не надо, что работы закончены, будут закончены июль месяц. Если есть кроме, значит, июль. С какой стати июля она будет закончена? Вот когда мы дали, да когда мы подрядчику приняли решение дать такую отсрочку на полгода? Это кто принял это решение? Какую работу департамент проводит для того, чтобы взять под контроль сферу своей ответственности? Все, что я прошу вас ответить. Скажите мне, мы проводим штабы, там, не знаю, ежедневно подрядчики докладывают. Что делается департаментом, кроме обычной рутинной работы, то, что происходило до начала реализации национальных проектов и большого количества объектов строительства? Я хочу понять. Каким образом департамент контролирует это направление? У меня складывается впечатление, что департамент не контролирует. Постарайтесь меня убедить обратно. Мне я переубеждать не буду. Тогда вы мне не нужны как руководитель департамента. Хорошо. В итоге глава региона дал распоряжение в адрес аппарата администрации Ненецкого округа об освобождении Валентины Саутиной от занимаемой должности. Алина Волчейская, Антон Водряков, телеканал «Север».